Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Андрикс, и мы продолжаем проходить Fallout 4 DLC Far Harbor. В прошлой серии мы немножко помучились с добычей воспоминаний Димы, но в итоге мы это все одолели, эти все загадки, добыли воспоминания, и теперь у нас есть выбор, куда же нам пойти. У нас довольно много заданий, нужно узнать код отключения, узнать, где находится ключ, и найти тайный медицинский комплекс. Но я думаю, для начала мы пойдем за боевой броней, найти контейнер и попробуем добыть ее. Посмотрим, что у нас из этого получится. Но перед началом всех этих поисков, во-первых, где Уткобот? Почему я тут один? Уткобот, где-то он у нас остался. Ладно, я думаю, он не потеряется, мы его найдем. В общем, я хочу отсюда выбраться и вернуться в Содружество. Мне нужно сбросить весь хлам. Что тут такое? Тут, кажется, ничего нет. Ладно, я так понимаю, выходить нам тем же самым путем возвращаться. Вот у нас выход, хотя нет, тут есть выход прямо в ядро. Замечательно, на всякий случай возьмем оружие, у нас гаусска. И пойдем попробуем вернуться в Содружество, сбросить весь наш лут ценный, потому что у меня будет перегруз. Броню я точно не потяну. Сейчас посмотрим, сможем ли мы отсюда нормально выбраться. Не будут ли на нас агриться эти дети Атома. Блин, хочу их разнести, но не сейчас, займемся этим позже. Уткобот, а вот и ты. Замечательно. Блин, вот это молится. Опять меня торкает радиацией. Нужно побыстрее отсюда свалить. Дверь где-то внизу. Разобьюсь ли я? Надеюсь, что нет. Ну, так, нормально, пойдет. И давайте побежали вот сюда. Это, конечно же, по-прежнему не работает. Жаль. Я бы не против очиститься от радиации, но да ладно. И сейчас валим в Содружество. Валим, потому что нам нужно сбросить весь хлам. Сбросим хлам, потому что, блин, перегруз страшный. Просто вообще ничего не могу на себе носить. Да-да, атом, я все понял. Ну, хотя бы они не агрятся за то, что я там покопался в их компьютере. Вроде все нормально. Итак, карта. Я хочу в Содружество. Могу ли я это сделать? Здесь у нас, кстати, контейнер. Это недалеко от святилища. Но туда мы направимся чуть позже. Так, удалить метку. Блин, где тут Содружество? Где тут выход? Я уже вот не помню. Очень давно я не играл в Fallout. Точнее, играл-то я недавно, но не выбирался отсюда. Тайник Димы. Туда мы тоже пойдем. Да блин, мышка, что с тобой? Почему ты сама кликаешь? Итак, итак, где у нас выход? Маяк. Тут я, по-видимому, уже был. Ядро. Где у нас сам остров? Тут святилище. Итак, здесь у нас Акадия. Тут у нас находится Дима. И вот у нас Содружество. Замечательно, сориентировались и валим домой. Недолгий визит домой. Посмотрим сейчас, как там у нас все поживают. О да, я в Содружестве. Замечательно. Конечно, не рассчитывал я вернуться так скоро, но нужно сбросить свои вещи. Блин, старая карта Fallout, как я по тебе скучал. Нам... Итак, стоянка грузовиков «Красная ракета». Именно здесь мое убежище. Именно сюда мы сейчас отправимся. Кстати, почти 51 уровень. Уже скоро будет у нас прокачка. Что-то прокачаем полезное. Посмотрим, что там есть. Итак, Уткобот, не пугай меня так своим светом красным. Ну что же, я дома. Я дома, где мой Рексик. Рексик, как ты тут без меня? Уже несколько месяцев. Надеюсь, ты тут не соскучился? Эх, я вернулся. Я вернулся, чтобы тебя навестить. Хороший песик. Ладно, Рексик Рексиком, но нам нужно сбросить весь хлам. Давайте я быстренько очищу инвентарь. Что там у нас? Как видите, у нас вообще все печально. В общем, сейчас сделаю побольше свободного места и продолжим. Продолжим, наверное, встретимся уже на острове. Завтра отправимся на Far Harbor. Ну что же, друзья, освободил я 100 единиц свободного веса. Мы вернулись на остров, мы опять на Far Harbor. И теперь давайте наконец-то пойдем за броней. Найдем этот тайничок, который у нас находится где-то вот тут. Пойдем от святилища. И я думаю, там уже сориентируемся. Вроде бы оттуда идти недалеко. Надеюсь, эта броня стоит того, особенно того, что игра сломала мой мозг. Так, нам... В какую нам сторону? У нас очень много меток. Здесь у нас вообще что? Здесь у нас... А, то есть у нас контейнеров несколько.
Понятно. Ну, ничего, сходим. Отсюда вроде бы до следующего недалеко, так что доберемся. Идем сначала к первому. Я правильно иду? Нет, я иду уже к какому-то другому, нам вообще вот сюда. Тут очень сильно торкает радиация, но я думаю, переживем. Переживем, ничего не случится. Какой-то домик. Я в этих краях вроде бы еще не бывал. Заглянем. Или бывал. Блин, я не помню, вот честно. Честно, не помню, где уже был. Такой долгий у нас перерыв был. Надеюсь, дальше все будет более-менее бодренько идти. И больше перерыва у нас не будет. Итак, вот эта метка уже становится большой. И я так понимаю, нам придется нырять. А если нырять, то нужен Радикс. Радикс и желательно даже антирадина еще бахнуть. Антирадин, Радикс. Он у нас есть еще. И теперь можем нырять. Всего две радиации, это немного. Думаю, выстоим. Давайте на точку, и там уже нырнем. Или она на острове? И нет, вроде бы она у нас в открытом море. И все же на вот этой лодке. Да, где-то под ней, кстати. Это где-то вот тут. Блин, я так понимаю, нужно заплыть внутрь. Хватит ли мне дыхания? Здесь хватит. Давай, плыви! Ну же! Блин, я не могу туда доплыть. Почему я такой жирный? А, понятно, нужно оплыть вот здесь. Отлично, забираем все. Сейчас посмотрим, что я там взял. О, замечательно. Свет. Я вижу свет. Итак, одежда. Дуэльная металлическая броня. Это вообще какая-то фигня. Зачем она мне? Вот, штурмовая броня морской пехоты. Ну, вроде бы она довольно неплохая. Она для ног у нас. А у меня что на ногах? У меня на ногах 14 и 13. А здесь... 23-23. Ну, это определенно лучше. Я потом ее сделаю, улучшу. И, наверное, будем носить именно ее. Будем ходить в обновочках, потому что это мне нравится. Определенно, это все было проделано не зря. Давайте сразу же к следующей. Я надеюсь, я правильно плыву. Да, я плыву абсолютно правильно. Сейчас как-то через эти моря и океаны доберемся. Посмотрим, что нас еще ждет. Я так понимаю, еще будут отдельно части для рук. Для туловища и, наверное, шлем. Шлем я не ношу. Шлем мне явно не нужен. Так, какие-то враги уже. Трапперы. Давненько я вас, ребята, не видел. Но против Гаусски вы явно не устоите. Давай, Кабот, помогай. На всякий случай бы подлечиться. Единичка. Супер. И можем выносить. Да, еще попадать сразу же. Было бы вообще отлично. Где они там у нас? Я ничего не вижу в этом тумане. И даже вроде не попадаю. Вот так. Что там у вас? У вас кроме патронов ничего хорошего не может быть. Может еще и крышки? Блин. Свалился случайно. Что там у тебя? Да, крышки, гарпун, гарпуномет. Гарпуны возьмем. Гарпуномет у нас где-то был. Ну там что, плавают? Ты что, решил ванну перенять? Ну, водные процедуры на сегодня откладываются, простите. Блин, что-то явно нехорошее здесь затевалось. Это у вас, ребята, неправильная рыбалочка. До свидания. Да, облутать бы его. Так, не уплывай далеко. Крышка, патроны, стимулятор. Блин, да что ты делаешь, что ты пьешь? Это плохая вода. Уплывает он, блин. Вот, так намного лучше. Где-то еще у нас кто-то есть. Блин, я не вижу отсюда. Блин, даже попал. Стрельнул просто на удачу. Нифига. Четко. Блин. Давайте-ка пробуем Ватсон. Вот так наверняка. Это его уж точно убьет. Поможем Уткоботу. А то что-то он очень долго его убивал. И теперь пойдем дальше. Вроде бы больше нет врагов, хотя музыка все еще играет. Может облутать эту базу? Вдруг на базе мы что-то хорошее припрятаем. Но мы этого не знаем. Тут есть плита, но готовить нам явно нечего. Водичку мы заберем. Стейки. В принципе, эта еда ничего хорошего нам не прибавит. Только место будет занимать. Радикс больше не действует. Это плохо. Зато еще один стимулятор нашли. Можно еще водички попить.
Нужно ли нам это? У нас полное ХП. Здравствуйте, я надеюсь, я вам не помешаю. Книжечку взять нельзя. Эх, вот так срал, чувак, и тут атомная война пришла. Не повезло, застало в самом неподходящем месте. Ладненько, мы идем правильно, мы двигаемся к своей цели. Просто пойдем прямо. Блин, как нас радиации торкает, я даже не замечал раньше. Помощь, Радыкс, пожалуйста, возвращайся. Ты мне сейчас явно нужен, так намного лучше. Какие места тут красивые. И все болота. Очень мне это напоминает Point Lookout из третьего Fallout, который мы проходили на движке New Vegas. Там тоже было очень атмосферно. Крышечки. Здравствуйте, женщина. Я надеюсь, им хорошо. Что там у тебя было? Зубная паста. Хоть зубы почистила. Я за столько времени... Ну, блин, сохранили все-таки. Уже что-то. Так, ладно. Еще раз на карту. Чтобы не потерялся вот эту сторону. Поплыли, уткобот. Конечно, я знаю, что на тебя вода не очень хорошо влияет, так ты робот. Я вижу, ты умный, ты у нас это все дело обойдешь. Плавать ты явно не будешь. Итак, нам сейчас опять нырять куда-то. Эх, нырять, конечно, я не очень люблю, но вроде дыхалка у меня сильная. Так что вытерпим. Сегодня у нас, блин, прям какая-то охота за сокровищами. Да ладно, радоваться будем, когда уже эта вся броня будет улучшена, и она уже будет на мне. Вот тогда будет круто. Итак, нам сюда. Здравствуйте, штурмовая броня, штурмовая, гидрокостюм. Интересно, что это все нам дает. Предметы, одежда. Штурмовая броня для ног, это мы брали. Для туловища мы только что взяли. Блин, она довольно мощная. У нас что? 17-21. А тут целых 50-49, еще и 10 радиаций. Офигеть, и шлем. Ну, шлем я, конечно, носить не буду, но... Блин, это круто! Это круто, я хочу еще следующие части комплекта. Я так понимаю, осталась броня для рук. Ну, мы ее не упустим. Мы за ней сейчас обязательно пойдем. И поплывем. Как повезет. Я тут смогу выбраться? Вроде есть какие-то уступы. Давай, ты сможешь, прыгай. Вот так. Сейчас навык скалолазания у нас хороший. Еще с Fallout New Vegas. Давай, еще чуть-чуть. Да что же ты сдаешься? Молодец. Хорошо это было. Ну что же, давайте еще тут посмотрим. Здравствуй, Гуль. Извини, что разбудил. 51 уровень, вот и он. Крышечки, где у нас еще кто-то? Еще гули, что ли? Блин, ну ребята, простите, что вторгся на вашу территорию, но по-другому я не мог. Я уверен, у вас есть вкусняшки. Просыпайся, твою мать! Ну или не просыпайся, я вижу там. Где еще? Блин, они что-то вообще меня игнорируют. Спят себе там где-то в развалочку. Блин, ты что такое? Черепашка, мать твою, ниндзя какая-то! Заглота, я даже забыл, что вы тут существуете на этом острове. Ну ладно, еще кто-то один, еще гуль, даже не один, там дружок сбоку. А вот надо было попадать. Кто еще? Еще ты? Я тебя сваться. Ладно, без сваться. Что-то я стал какой-то косой. Уткобот, помогай, там легендарочка. Я там явно видел, блин, там еще какой-то жесткий гуль, легендарный. Так, с этим разобрались. Да хватит ты его отпусти, обнимашки тут устроил, блин. Так, вот этот. Правда, уткобот его уже почти разделал. Да ладно. Я тебе помогу. Нет, не помогу, у меня боеприпасы закончились. Разбирайся сам. Придется использовать, блин. Маленький друг, конечно, это совсем смешно. На машину смерти есть немножко патронов. Давайте с дробовика его. В голову. Не попадем. Замечательно. Молодец, уткобот. Разобрался сам. Знахарская боевая броня для правой руки. Сопротивляемость ядом. Ну, конечно, это мне совсем не нужно. Ну да ладно. Заряд плазмы. Можем продолжать путь. Хотя нет. Я хочу посмотреть, где вы тут обитали и что вы от меня прятали. Крышечки, например. Внутренности заглота.
Из них, говорят, варят очень хороший суп, но, пожалуй, его пробовать не буду. Я просто соберу крышечки. Что у нас тут еще? Ваза. Вроде больше ничего такого. Стейки, ну да, у нас тут, блин, кухня. Давайте еще на второй этаж. Может, тайник какой-то? Или без тайника сегодня обойдемся? Книжка, тут ничего. Фоторамка. Блин, красивая картинка. Телефон. Странно, почему этот телефон почти новый? Ладно, вроде бы тайничков нет. Вроде бы тайничков нет, и на этой крыше вообще ничего полезного. Можем отсюда уходить и идти дальше за нашей броней, за остальными ее частями. Еще вот отсюда крышечки заберем. И все, погнали. Долго нам там идти? Вроде бы нужно переместиться куда-то. Ну да, нам явно на другой конец карты. Здесь у нас Гранд Отель. Мы там еще не были. Давайте, наверное, от Акадии пойдем как раз таки к нашей точке. Вроде бы ближе всего находится. И даже можно закурить. У нас там дорога предстоит не близкая. Замечательно. Так. На ночь глядя, блин, не хочу идти. У вас есть где переночевать? Хотя бы какой-то матрасик положили, что ли. Может, я в машине посплю. Ну ладно. Давайте подождем вот здесь. А, стоп, точно, тут же просто так ждать нельзя. Что же, я уже так к Fallout New Vegas привык, хотя не играл в него уже года два. Забыл, что тут на Т ждать нельзя. Я у вас одолжу немножко плазмы, я надеюсь, вы не против. Погнали, уткобот. Пойдем в темноте. Блин, даже тут негде поспать, зато стимуляторы. Все равно неплохо зашли. Ну что же, погнали. Нам опять, я так понимаю, плыть, скорее всего. Потому что там вроде бы... Хотя сквозь этот туман не увидишь, вода там или нет. Пока непонятно. Блин, уткобот, ну не пугай ты меня так. Ну какого хрена ты материализовался с воздуха? Ну все мы охренели, роботы чертовы. Блин, больно тут. Падать. Теплица какая-то. Вот не помню, был я в этом месте или нет. Мутафрукты. Мутафрукты подождут. Тут есть запертая коробочка. Скорее всего, я тут не был. Давайте-ка посмотрим. Что у нас тут? Ну да, не густо. Не густо, но хоть что-то. Здесь у нас... Что же это могло быть? Не хочу я об этом знать. Ладно, просто пойдем. Просто пойдем, не будем задерживаться, а то я могу застрять, блин, в одном месте и час тут копаться. И в итоге никуда не прийти. Просто, блин, интересно, интересно, что же тут запрятано. Вдруг что-то реально очень крутое найдем. Радиация. Тихо. Твою мать, кролик радиоактивный. Скотина, напугал меня. Точно, новый уровень. Новый уровень, новая способность. Это что-то я так не очень спешу ее себе прокачать. Кролик, что в тебе делали крышечки? Ты их жрал? Вот дебил. Так, уровень. Уровень, и мы качаем. Что же мы качаем? Блин, я не знаю, что мы будем качать. Высшая лига. Терминал никогда не блокируется. Это нам явно не нужно. Мы умеем выходить и обратно заходить. Персонаж может бегать при превышении максимального веса, расходовочки действия. А давайте-ка будем качать крепких ребят, а то в последнее время я очень часто превышаю допустимый вес, и я думаю, эта способность мне не помешает. Так, подождите секундочку, сейчас продолжим. Так, я снова тут, качаем крепких ребят и продолжаем наш путь. Уткобот, погнали! Погнали, нам нужно найти остальные части нашей супер-брони, которые мы потом обязательно сделаем под себя, улучшим. Не будем носить. Что это такое? Опять грибочки какие-то? Приманка. Так, Радикс, понятно. Опять торкает. Антироген поначалу бахнем, и теперь Радикс. У меня даже стимулятор один можно заюзать. Вот так. Ну что, давайте прямо вплавь. Вон отсюда.
Так, плюс 2 радиации, это нормально. Главное просто побыстрее доплыть, забрать все, что наше, и валить отсюда. Думаю, пойдем еще какой-то, наверное, секрет Димы попробуем раскрыть один. Или, может, уже в следующей серии. Хотя нет, давайте сегодня. Почему бы и нет? Или, может, броню улучшим? Не знаю. Разберемся. Так, мы уже почти у цели. Темно, блин, очень. Фонарик. Фонарик был включен, он нифига не помогает. Так, ну это где-то совсем рядом. Блин, я нифига не вижу. Вот, вот и контейнер. Да, для рук броня. Вроде тут больше ничего нет. Что тут вообще такое было? Какая-то лодка затонувшая. Да и фиг с ней. Нужно выплывать. Погнали обратно на берег, и, наверное, я ненадолго отлучусь, улучшу броню, и, в общем, тогда и продолжим, потому что очень хочу увидеть эту броню во всей красе, то как она будет на мне сидеть. Ну что же, получилось у меня вот что-то такое. Сделал я себе ее на сверхлегкость, и туловище сделано просторно, чтобы у нас больше помещалось веса. И в итоге давайте посмотрим на мою новую броню. Она у нас дает 169 защиты, 50 от радиации, 140 от электричества, офигеть. Какая же она крутая. Я думаю, мы в ней и дальше будем ходить. И теперь у нас, в принципе, тут ничего не поменялось, она стала всего лишь полегче. Но, блин, это круто, это очень круто. Давайте-ка старенькую броню сложим в ящик на нашей базе и вернемся на остров. Блин, в этой броне прям как танк. Офигенно, очень круто. Ну что же, погнали, погнали, нужно продолжать. Итак, продолжаем, я еще немножко закупился патронами. Теперь у нас 211 патронов у нашего близкого друга. И я надеюсь, этого нам будет достаточно на текущее сражение. И давайте пойдем насчет заданий Димы. Итак, где она у нас? Лучше не вспоминать. Итак, карта. Зачем же мы отправимся? Во-первых, мы можем отправиться насчет ключа запуска ракет. Еще мы можем пойти за кодом отключения конденсатора. И еще одно. Итак, метка не ставься. Что у нас там еще нужно? Всего лишь эти два? Нет, что-то еще. Что-то еще вот тут. Тайный медицинский комплекс. Куда же мы пойдем? Давайте, наверное, заключим для запуска ракет. Может, взорвем по пути этих детей атома. И нам для этого нужно в Гранд Отель. Я думаю, от Акадии направимся именно туда. Посмотрим еще, что сегодня это за такой Гранд Отель. И что нам даст этот ключ от запуска ракет. Я уже в новой броне, переодет. Мне хорошо, патроны есть, можно воевать. Итак, нам за этим нужно двигаться вот именно сюда, в эту сторону. Вот этой метки. Давайте пробежим. Опять нас ждет недолгое путешествие, но хотя бы на этот раз днем идем, и все вроде как видно. Теперь наконец-то есть патроны, можно стрелять и не бояться. Уткобот, давай за мной. Давай за мной и будешь меня охранять, а то вроде бы у тебя это довольно неплохо получается в последнее время. Мне такая помощь явно к месту. Так, что у нас там было? Стоп, Астер. Что такое Астер? Опять какие-то травы для приготовления чего-то. Ну да, я с этой травкой буду, пожалуй, поосторожнее. А то, блин, еще улечу куда-то очень далеко и надолго. И потом хрен вернусь на землю. Блин, радиацию бы вывести, а то это сделать забыл. Помощь антирадит. Вот так будет намного лучше. Не будем же мы ходить с половиной хп. Кто там у нас такие? Гули? Нет, трапперы. Местные рейдеры, вашу мать. Кого ты там жжешь? Свой пукан подожди, скотина. Эта игра мне не так достаточно пукан выжигает. Еще и вы тут. Получай. Блин, всем бошки нафиг сверну. Где ты еще?
Это в окошке, что ли? Старый домик у пруда. Мы тут явно не были. Давайте-ка посмотрим, что мы найдем в этом домике. Кроме кучи этих дебилов. Да получай ты, скотина, еще и сейчас изнасилую, блин, тебя этим своим штыком, блин. Получай. Унижен нафиг. Кто еще? Лутка-бот, займись им. Я пока что буду лутать. Тут у нас крышечки. Все очень круто. В секторе находится противник. Давай я тебе помогу его нейтрализовать. Безжалостный траппер. Я тоже, сука, безжалостный. Иди сюда, мой пупсик. Буду штыком насиловать. О, да. Ох, обожаю это делать. Калибр 45-70. Где-то у меня была пушка. Но, кажется, я пушку под этот калибр сбросил у себя дома. А жаль, сейчас бы постреляли. Ну да ладно, у нас есть близкий друг, этого нам достаточно. Кого же вы тут разделывали? Чертовы людоеды. Хотя, может, это не человечина. Фиг знает. В любом случае, трапперы это те еще дебилы. Потому что я не буду с ними связываться. И мясо их тоже пробовать не хочу. Блин, тут крышечек много. А крышечки мне, кстати, не помешают. Вот я так посмотрел, у меня их довольно мало. Если так закупать патроны постоянно, то, блин, очень быстро можно обанкротиться. Замечательно, что у нас в сейфе. В сейфе 10 крышечек, граната. Давайте минус заберем. Остальное говно я, пожалуй, оставлю тем, кто сюда придет позже. Ну что же, аптечка есть, аптечки нет. Я так понимаю, тут у нас еще есть один этаж. Точнее, это должен был быть чердак. На чердаке у нас есть гранаты. И вроде как больше ничего, да? Тайничка никакого нет? Может, там стимулятор хотя бы один? Эх, суки, зажали. Блин, еще и упал. Как же все грустно. Теперь я не помню, куда мне идти. И опять потерялся. На вот эту сторону, на вот эту метку. Погнали, уткобот. У нас там какой-то отель. В одном отеле мы уже были. Играли там роль детектива. И, кстати, мне очень понравилось то задание. Нужно было найти убийцу, как вы помните, из роботов. И это было очень круто, очень интересно. И если нас ожидает что-то подобное, то я буду безмерно этому рад. Потому что это дополнение пока что радует. Радует больше, чем разочаровывает. Все, что мне не очень понравилось, это... Хотя эти задачи тоже были прикольные. С воспоминаниями Димы. Немножко подумать пришлось. Тоже полезно для мозга. Так что, в общем, пока что только позитивные впечатления. Правда, вот вылетает часто. Ну да ладно. Кто у нас тут? Кто проживает в этом отеле? Супермутанты! Мать вашу! Сдохни! До свидания, супермутант. Блин, не упал. Я думал, упадет. Давайте, подходите сами. Не хочу к вам идти. Вот еще зажмете. Или уткобот пускай разберется. Что ты за мной бежишь? Вот, разбирайся с этими громилами чертовыми. Которые уже, блин, со своими собаками. Плохая собачка. Да, подрыгайся еще. Супермутант-босс. Блин, какой-то ты хиленький для босса. Я думал, тут сейчас какой-то бегемот выбежит. А тут всего лишь какое-то говно. Что там у тебя было? Ничего интересного. Валим дальше. Блин, а красивый отель, правда... Правда, миниган! Какого хрена? Еще один босс. Жалко, крита у меня больше нет. Блин, придется стрелять по трассерам. Я там ни хрена почти не вижу. Какой же туман, как же больно! Хватит, сука, это делать! Уткобот, разнеси их! Блин, уткобот! Да там экшон происходит! Ладно. Мины. Угу. Кто еще? Турельки какие-то, что ли? Все горит, все дымится, где я? Так, мина. Все еще мина. Вот и турелька. Да, сдохни ты, скотина. Хватит по мне стрелять. Заберем мины себе. Негоже добру валяться прямо на земле. Так, блин, где вы там все? Кто по мне стреляет? Итак, разбираемся сначала с этими. Если бы еще попадал, вообще было бы отлично. Я был бы очень этому рад. Ну ладно, без ватса обойдемся. Так, уткобот. Блин, разберись ты с этим дебилом! О, твою мать!
так хорошо входит-то? О! О, да! Взрывы, разрушения, кровь кишки распиворасила! Как же я это люблю! Так, где у нас турелька была? Да, блин, не застревай ты только в текстурах. Патроны. Как же он там заливает? Блин, совсем дебил. На тебе туда, сука! Блин, кажется, не попал. Плохо. Давайте будем действовать по тактике. Просто его обойдем. Блин, а где же вход? Ладно. Покажись! Покажи личка, Гюльчатай! Сучечка! Как тебе там, хорошо? На, лови подарочек! О, кажется, ему понравилось. На, еще! Блин, кто-то еще по мне стреляет. О, кажется, вошло хорошо. Сдох, скотина. Блин, еще где-то там наверху. О, попал. Неплохо, кстати. Вообще отлично. Фу, блин, какое сражение у нас тут активное. Где еще они? Где-то там еще пидорасик сидит. А ну-ка, покажись. Блин, в голову, конечно, вообще не вариант стрелять, но я попробую. Даже раз попал, правда, не в голову. По точечке буду стрелять в сучечку. Вот так, кажется, ему нравится. Ладно, просто добьем, просто дотыкаем. Уи! I believe I can fly! Что, будем заходить? Или еще повоюем? Хотя вроде бы уже не с кем. Вроде бы уже всех вычистили. Давайте даже проверим, что у нас тут было. Блин, хотел полутать, игра зависла. Ну чертов Fallout! Ладно, не буду туда приближаться. Тут можно лутать? О, блин, ладно. Так, игра... Да блин, что я подхожу к этим чемоданчикам? У меня игра виснет, какого черта? Fallout, что с тобой не так? Нужно будет разобраться. Так, сдохни, пожалуйста. До свидания. Так, чемоданчики не лутаем. Просто разбираемся с мутантами. Кабот, ни хрена себе, ты его распепелил. Я это видел. Молодец. Что ты выглядываешь, блин, иди сюда. Сражайся как мужчина. Насиловать, блин, штыком. Да сдохни ты. Я хочу вот так. Вот так, сучечка. Ой, мне кажется, больно. Секундочку. Что-то я перестарался. Где у нас есть что-то жесткое? Например, квантовое. Ох, сейчас бахнем будет хорошо. Ай, больно! Только не убивайте, пожалуйста! А-а-а. Так, продолжаем разговор. Иди, сучка, сюда! Блин, это он убежал? Да какого ты хрена бежишь, как девочка? Сражайся, как настоящий мутант! Сучка! Блин, я хочу тебя затыкать! Ладно. Что-то ты очень крепкий какой-то. Затыкаю кого-то другого. Где там еще мутанты? Получай. Давай, вот кабот, молодец. Хорошо помог. Блин, я к вам не приближусь. Пошли вы нафиг. Виснуть у меня игра из-за чертовых чемоданчиков будет. Ладно, заходим. Заходим, мне кажется, мы достаточно навоевались. Нам, правда, с другого входа нужно. Так что пойдем. Пойдем, как нам указывают. Блин, я подумал, это чемоданчик. Ладно, ты же еще очень хочешь. Ладно, получишь. Вот так, патронов сегодня на всех хватит. Хотя всего лишь сотня осталось. Может, и не хватит. Уходим. Блин, чуть не взорвали еще. Ироды. Здравствуйте. А здесь тоже мутанты будут, да? Ну, кажется, да. Блин. Я не хочу, чтобы меня так размазало. Начато очищение земли. Найти ключ запуска ракет. Замечательно. Теперь я надеюсь... Да, у нас нормально будет. О, игра не зависла. Да ладно. А что случилось? Хм, возможно, это из-за какого-то мода. Ладно. Где там кто? Опять, блин, у нас гранаты кидает. Хорошо, хоть не зацепило. Еще бы стрелять метко. Было бы вообще замечательно. Ну, кабот, бери немножко на себя. То, что все я и все я. Ну, блин, супермутантов. Почему... Тут все места кишат такими. Блин, мне же больно. Хватит это делать. Сволочь. На.
Получай. Я вижу, ты немножко торчишь. Жирный. О, собачка. Плохая собачка, блин. Вот так, собачки вообще ни о чем. Где ты там кровью, скотина? Ой, это не ты. Я думал, здесь еще кто-то есть. Здесь должен был быть полудохлый мутант. Он что, убежал? Странно. Вроде никого не убивал. Ай! Чертов босс, ты туда убежал? Получай. Я знаю, что я с тобой сделаю. MLG! Да тыкай ты его, блин! Не хотел тыкать. Какой-то тормознутый. Эх, я думал, затыкаю. Ну да ладно. Не сегодня. Крышечки. А в этом говне можно найти еще и конфетки. Это хорошо. Крышечки нам явно пригодятся. Ах, игра, зачем? Не подходить, блин. Почему же ты виснешь, когда я подхожу к вот этим херням? Еще и виснет, блин, так надолго. Секунд 20 нужно ждать, пока отпустит. Ладно, все хорошо. Все будет хорошо. Еще крышки в говне. Итак, нам куда-то в ту сторону. Но я хочу все здесь облутать. Даже коробка со взрывчаткой есть. Здравствуйте. Я думаю, я заберу все. Собачку кто-то зарезал. Блин, они жрут собак. Совсем озверели. Что у нас тут? Промышленный разрыхлитель. Нужно ли нам это? Фиг знает. Так, секундочку. Продолжаем. Идем дальше разрыхлять. Тут я уже был, тут я уже все видел. Нам что, наверх? Мне кажется, нам как-то туда нужно пробраться. Реально ли это сделать вот отсюда? Судя по всему, нет. Я к тебе не подойду, даже не смотри на меня так. Ладно, я так понимаю, нужно обойти через верх, потому что другого прохода я не вижу. Вот Кабот, кстати, нас, кажется, правильно ведет. Нет, он зашел в тупик. Ну ты дебил. Нам вот сюда. Здравствуй. Кабот, занеси, а я... Понятно, тут никого нет. Ну, Кабот, ну блин. Ты будешь мешать или убивать? Давай, покажу тебе, как это нужно делать. Он спрятался. Иди, иди к нему. Я бы хотел... О, не завис. Да ладно. Все хорошо. Ну, Кабот, как ты тут? Помочь тебе? Я вижу тебя, скотина. До свидания. Крышечки. Там что там у тебя? Патроны. 5.56, я вижу, мы уже довольно немало набрали. Потом как-то перейдем на них, что ли? Что у нас с ванной? Выход на остров. Неужели даже аптечки не будет? Ну, как-то грустно. Да подвинься ты, скотина! Так... Здесь тоже выход, да? А как нам попасть к цели? Угу. Можно просто обойти здесь. Где у нас разрезанная собачка. Почему-то я не увидел этой щели. Но, блин, она тут есть. Ладно, кажется, мы уже добираемся до цели. А то, блин, пошел я куда-то бродить. Но здесь у нас цифровая панель. Замечательно, я сначала заберу все, что здесь плохо лежит. И тогда уже пойдем куда надо. Не зависло. Странно. Некоторые зависают, некоторые нет. Ладно. Это Fallout. Fallout никогда не меняется. Vim. Что такое Vim? Это вроде бы какая-то новая кола. В любом случае, код мы знаем. Итак, у нас тут что-то секретное. Угу. Эй. Да, уткобот! Как ты там оказался? Чертов, блин! Робот, умеющий проходить сквозь стены. Блин. Ну, тут прям целое убежище маленькое. Чистые полотенца. О, можно вытереться ими. Сейчас я буду ими обмазываться. О, да, я чистый. Вот Кабот. Вот Кабот, тоже можешь вытереться, помыться. Блин, что-то воды нет. Эх, мыло есть. Все как в довоенные времена. Такой вот небольшой уголочек ностальгии. Ладно, сейф у нас заперт на сложный. В сейфе, наверное, что-то крутое лежит. Got it. Ну, я бы не сказал, что что-то очень крутое. Но есть патроны. А патроны это уже хорошо. Крышечки. Откуда здесь крышечки? Откуда вы знали, что будут крышечки? Или вы так бухали ядерколу?
Вот довоенные деньги — это уже другое дело. Чистая водичка! Чистая водичка — это очень круто. Что у вас тут еще? Блин, почти новые пачки, сохранившиеся с макарошками. Сигареты? Сигареты я заберу, они у нас целые. Неиспользованная зажигалка, чистая пепельница. Блин, какое тут все крутое и чистенькое. Мне это определенно нравится. Yes. Так, ракетки. Дохлые женщина и мужчина. Что же тут могло произойти? Для Фрэнни. Давайте-ка воспроизведем. Фрэнни, это я. Я на Гранд. In our old suite. 48-51-30. That's the key to the safe room they installed in case of the bombs. Franny, I need you to come quick. I don't know when they'll be coming for me, so I prepped the boat in case we need to make a rapid exit. But I can't be a part of this nuclear war. I won't do it. And I'm not gonna let anyone else use my submarine to blow up the damn world. Please, Franny. I need you here. If this is the end, let's spend it together. Ты Фрэнни. Интересно. Я так понимаю, он убил эту женщину. Стоп. Мне показалось или... Блин, это просто глюк. Мне показалось, что тут ложа крови. Ну, почему кровь еще сохранилась? Что у тебя тут? Пистолет, кровать, на которой можно поспать. Это все хорошо, но куда мне дальше? Дальше, я так понимаю, в терминал. Код мы вроде как знаем. Воспроизвести запись. Выполнено. Послушать запись из безопасной комнаты. Сейчас мы это послушаем. Обратиться к администратору, я так понимаю, не выйдет. Время ожидания следующего сотрудника. Ну да. Итак, запись из безопасной комнаты. Давайте-ка ее послушаем. Разные. Ищем. Блин, сколько тут всего. Попробуй еще найти эту запись. Запись из безопасной комнаты. Вот она. Слушай. Hey, hands where I can see them. Now, where is the key? Franny, put the gun down. What exactly do you think you're going to accomplish? My job. You're going to give me that key, and I'm going to get paid. Hey, the world's over. Are you really? Scream all you want, Arnie. Everyone's been evacuated. It's just you and me. Now focus. Where is the key? Rot in hell! Ты ему там хоть и яйца выкручивала, а то кричит очень больно. Чёртова шлюха, предательница! Фу! Блин, все шлюхи такие. Ладно, у нас тут еще крышечки, темные очки патрульного, шлем. Эх, мужик, не повезло тебе, конечно, перед смертью. А ты шлюха! Итак, куда нам нужно идти дальше? Инфо. Раздобыть ключ запуска. Он у нас находится где-то вот тут, в доках. Я так понимаю, там какая-то лодка была подводная или что-то типа того. Ладно, валим из этого отеля. Блин, прикольная история. Мне очень понравилось. Прям постарался это все вообразить у себя в голове. Как это все было. Это Фрэнни с этим мужиком, блин. Эх, ладно. Мы продолжаем искать ключ. Эти долгие загрузки меня уже бесят. Fallout, ну нельзя побыстрее грузиться. Блин, уже чертовый топовый процессор Core i7. Что тебе еще нужно для того, чтобы ты работал хорошо? Спасибо. Не прошло и часа. Итак, карта. Да, блин, удалить метку. Мышка, что с тобой? Почему такая мышка себя странно ведет? Нам в доки. Мы еще тут не были. Отлично. Нет, я не хочу никакую метку. Мы пойдем от маяка, наверное. Это самое ближайшее место.
Что-то мы очень много путешествуем в этой серии. Это прикольно. Давно мы так не бродили по миру. Прямо ж такое хорошее чувство. Побродить, побегать, болтать. Итак, Уткобот, нам сюда. Погнали. Погнали, поищем эту лодку. Или что там будем искать. Вроде как лодку, а на лодке стоп. Что у нас там за ведерко? Ведро для сока. Собрать. Свежий сок. Сок из березок собираете. Хотя это нифига не березки. Но, блин, в жизни я очень люблю березовый сок. Это прям муах, вкусняшка. Вкусный, чистый, полезный. Всем советую. Так, нам вот сюда. Что-то я пока что ничего не вижу на горизонте. Кроме какой-то разваленной лодки. Хотя сквозь этот туман нифига не увидишь. Почему этот Фар-Харбор такой туманный? Мы же в Fallout, а не в Сайлент-Хилле. Доки. Здесь вот врагов нет. А то я сегодня уже достаточно повоевал с чертовыми супермутантами. Ну да ладно. Нам куда-то сюда. Вот и затонувшая лодка. И тут какой-то люк. Нам определенно сюда. Это сейф. Деньги, вот и ключ. Ключ запуска ракет. Замечательно. То, что нам нужно. Я все-таки думал, тут будет какая-то подлодка. Поговорить с Верховным Исповедником. Он идет в жопу. С кем там еще можно? Здравствуй, ты кто такой? Удильщики! Я вас не звал. Они сами пришли. Блин, еще и какие-то жесткие. Блин, еще их много. Уткобот, спасай! Мне больно, меня бьют! Уткобот, где ты? Чертов бесполезный кусок желтого дерьма! Ну, вроде как стреляет он откуда-то. Патроны закончились! Блин, с чего мне теперь стрелять? Оказывается, мало патронов я купил. Ладно. Со снайперки, что ли? 50-м в их жах. Итак, друзья, продолжаем. Пришел я обратно на это место, взял ключ и давайте просто валить отсюда, а то Fallout у меня вылетел здесь два раза. И именно два раза, когда я сражался с удильщиками. Это мне совсем не нравится. Так что мы просто возьмем и уйдем. Нас тут не было. До свидания. Идите себе с миром. Я надеюсь, все будет хорошо. Просто их не будем трогать. Просто уйдем. А то, блин, мне совсем не нравится, что Fallout вылетает именно на этом месте. Именно тогда, когда я сражаюсь с удильщиками. Так что, пожалуйста, просто не трогайте меня. Дайте мне, мать вашу, уйти. Чертовы дебилы, блин. Уткобот, разберись. Разберись, я не хочу, чтобы игра у меня вылетела в третий раз. А то, блин, это совсем нехорошо. И вообще мне это не нравится. Блин, враги кругом. Там, кажется, тоже удильщики. Везде их логово, какого хрена? Я просто хочу уйти. Вот, палаточный лагерь. Блин, ладно, я помогу. Fallout, не вылетай. Мы просто убьем вот этого заглота. Чертовы заглоты, блин. Все, заглот сдох. Все, нету больше врагов. Кажется, нет. Вот и замечательно. Инфо. Итак, поговорить с Верховным Исповедником, он идет нафиг. Поговорить с Димой и уничтожить ядро. Конечно же, я выберу уничтожить ядро. Нафиг этих детей атома, они меня уже достали. Как мне это сделать? Карта. Я хочу уничтожить ядро. Вот так. Нам именно вот сюда. Давайте-ка взорвем жопки этим, блин, любителям радиации. Чертовым фанатикам религиозным. Ненавижу фанатиков. Я думаю, взорвать им жопы будет самое то. Еще и увидим эпичный бум, после которого игра, надеюсь, не вылетит. Мир вам, дети мои, я пришел с миром. А еще ты, сука, взлетишь на воздух. Пошли. Пошли, просто это сделаем. Итак, мои маленькие пуконятки, куда нам нужно? Куда-то наверх. Где-то вот здесь мы будем взрывать ядро. Блин, как же я их ненавижу. Ну и что это такое? Какие-то алтари. Чертовы сатанисты. Нам на судно. Замечательно. Надеюсь, они стрелять не будут. Просто сдохнут. Переборка. Нам куда? Ну, в переборку. Судя по всему, да.
Нам туда. Ты кто? Ты верховный исповедник. Ты нам явно не нужен. Блин, какие же вы больные. Ну давай поговорим, кстати. Чувствую отвращение и рвотные рефлексы. Я среди фанатиков, вашу мать! Да-да-да, рассказывай это кому-то другому. Сам разрисовался как дебил. Seen its barriers against Adam's holy fog, its citizens' blasphemous refusal. Какое царство! Это отравляет людей! Идиот ты сраный! Надо вас взорвать нафиг! Не знаю, что вам нужно делать. Вы все дебилы! Understandable. But when faced with an enemy who would see you hunted, beaten, and robbed of what is rightfully yours. There can be only one course of action. Fight back. For years, my predecessor begged for peace, while Far Harbor fortified their bastion of heresy. We tried to help them, to bring them Adam's back. Какой святой, Тома, что ты несешь? Полудурок! But now that I am High Confessor, that time is over. All Adam's foes, whether Far Harbor cowering behind their precious condensers, or that ancient robot hiding away his memories within our very home. They will come to recognize Adam as the sole master of this island. But it is only through unity that we can succeed. Ух, сучки, сейчас я ваши пуканчики-то повзрываю! Embrace that, and you will do well here. Now, was there anything new? Да, вот тот компьютер сзади. Показать идол. Да ничего, все хорошо. Да-да-да, иди нахер. Пошли, просто это сделаем. Какие же вы дебилы, как я вас ненавижу! До свидания. Покинуть ядро. До свидания. Я слышу, там что-то пищит на заднем фоне. Этот звук, конечно, мне нравится, но я не хочу находиться рядом. Так, до свидания, пошли в жопу. Вам, кажется, просто нужно валить, да? Блин, дайте мне уйти, больно же. Да, я слышу, что пару секунд осталось. Какая эпичная музыка. Сейчас что-то будет. Сейчас будет большой бум. Итак, просто уходим отсюда. Давайте разнесем их. Ох, как я это люблю! Чертовы сраные дети атома! Только вот то, что меня торкает радиацией сильно, это мне совсем не нравится. Делаем вот так. Делаем... Где у нас Радикс? Выполнено очищение земли. Да, мы очистили землю от этих дебилов! Во славу сатане! Уходим! Вы проверили навык «Житель Фар-Харбора», повышающий сопротивляемость ко всем типам уронов. Замечательно. Я уничтожил этих дебилов. Теперь давайте просто добьем остатки. Иди сюда, мой дорогой Зилот. Сейчас ты меня, сучечка, получишь. Я хочу его изнасиловать. Иди сюда. Сейчас я с тобой сделаю такое. Где ты там? Ты будешь молить меня о смерти, сучечка. Блин, я не могу его ударить. Почему? Это тупо. Я хотел его изнасиловать. Эх, ладно. Блин, торкает-то как? Больно. Кажется, мне не стоит тут долго находиться. Антирадин и стимулятор. Валим. Просто валим. Давай, поможем уткоботу. Тут вроде радиация не такая сильная. Молодец, он просто их испепеляет. Хороший робот. Делаешь все правильно. Где он там, блин? Прячется, скотина. От правосудия не уйдешь! А, блин, добей ты его! Вот, этого изнасиловал! Эх, хотя бы ты, сучка, стал моей жертвой. Точнее, жертвой моего штыка. Ох, блин, как мне нравятся эти огоньки. Как мне нравится, когда пылают пуканы детей атома. Друзья, мы их просто в жопу разнесли. Я доволен собой. И на этом, думаю, можно закончить. На вот этих развалинах
Вот такой эпичный кадр у нас получается. Ну что же, мы сделали, в общем-то, то, что я очень давно хотел. Мы разнесли в пух и прах этих долбоебов Атома. Простите, что ругаюсь. И в следующей серии продолжим, будем дальше разгадывать секреты Димы. Посмотрим, что мы еще сможем найти. Эта серия мне очень понравилась. Если бы еще Fallout не вылетал, была бы вообще просто муа, конфеточка. Ну да ладно, и так сойдет. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрикс, и мы еще обязательно очень скоро увидимся. Играйте в Fallout 4 Far Harbor, любите уточек. И уткобота тоже. Иди сюда, мой маленький, муа, хорошенький. В общем, всем пока, друзья.